Всем привет! Вчера замариновала мясо. Собирались поехать шашлычок сделать на мангале. Но погода была ужасная, дождь. Пришлось мясо поставить в холодильник в надежде, что на следующий день погодка будет хорошая. На следующий день дождя не было, но очень холодно сегодня на улице. Ну что ж делать, мясо замаринованное. Надо что-то делать. Шпажек у меня нет. Хотела сначала на деревянные шпажки на решетке в духовке пожарить. Но шпажек у меня не оказалось таких. Буду делать на противне. Кусочки красивые, крупненькие. Духовку включила. Духовка уже прогревается. Мне последнее время вообще на конвекции нравится все готовить. Это горячим воздухом. Можно, у кого конвекции нет, можно нижний, верхний тен. Температуру поставила максимальную. И выкладываю прямо вместе с луком. Все, сейчас выложу. Противень смазала маслом. Немножко просто налила и рукой растерла. Ох, как раз влезла. Ну, я потому что считала кусочки. Нас трое, по 5 кусочков, чтобы по 2 шампура было. У меня ровно здесь 30 кусочков мяса. Духовка прогрелась на максимальной температуре. И отправляю туда шашлычок. Время пока поставила на 40 минут. Будем смотреть по состоянию. А пока готовится шашлык. В обычный соус шашлычный. Перетерла в ступке семена кориандра. И добавлю сушеный базилик. Летом добавляю свежий. Получается обалденный соус. У меня есть видео. Очень вкусно получается, когда много-много свежего базилика в соусе. И осенью я собираю листочки базилика, сушу. Можно вручную потом их перетереть, можно на кофемолочке. И зимой добавлять в соус. И кориандр перетертый. Пробую на вкус. Еще немного кориандра. Немножко базилика добавила еще. И вот такой острый перчик. Соус чили. Немножечко капну. Вот теперь сам то. Кориандр пахнет, чувствуется. И остринка, и кислинка. Очень вкусный соус получился. К шашлыку можно наршараб смешать с соевым соусом. Очень вкусно получится. И на тарелочку налить крем с бальзамическим уксусом. Тоже будет очень вкусно. Шашлычок готов. Будет вот такая еще тарелочка овощная. Сверху немножко посыплю замороженным луком зеленым. И замороженным укропчиком. Летом, конечно, все это в свежем виде. Хотя сейчас можно зеленый лук купить в магазине, но как-то не подумали мы. Слегка присолю. Я люблю такие овощи с нерафинированным маслом есть. А мужчины у меня любят с майонезом. Значит, будет с майонезом. Выкладываю шашлычок на тарелочку. Лучок сюда же. Шашлычок остывает, надо садиться за стол. Всем хорошего настроения и приятного аппетита. И пока-пока. И спросим мнение у самого нашего любителя мяса. Говори, сказал перед этим, вкусно, офигенно и мягко. Стесняется.